издевательство над животными, алло. Побежал. Просто картинка великолепная. Просто побежал. Это как шоу Бенихила, знаешь, что ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это было очень смешно сейчас. Просто пробегает мимо Террор Блейд. Ты хочешь, чтоб за цифры рейтинга тебя все уважали, и девчонки при виде тебя охуевали. Заходи на Any Level, заходи на Any Level, заходи на Any Level, заходи на Any Level, я Any Level. Any Level. Заходи на Any Level. Конечно, не самый опытный морф на меня, но его можно просто клацать вот так и крипово у него добивать. Действительно не самый опытный. Oh my god, I am so good at Dota 2. With the avalanche and the stun. Do they have the damage though, Zai? He gets off another death pulse. He doesn't actually die yet. He's trapped up though by the vision. The echo! Oh, Yamcha! Oh, he's in! The echo is perfect. The turnaround is beautiful. Secret take four. Контр его зажал. Потому что ты типа вызываешь птиц. Он подходит такой, типа, весь из себя. Агрит их и убивает нахуй. Ну, вернее, он их агрит, ты ничего не можешь сделать. Но по факту ты можешь сделать. Ты можешь посадить птиц через себя. И это странно. В чем фишка? Интересно, если не понял. Не знаю, пока мне вот нравится и Дазл. Просто Войт это круто, но вот ты берешь Дазл, и ты ничего не показываешь, дальше ты смотришь. То есть ты заходишь сильный лейн, заходишь слабый лейн. А если ты берешь самку, ты показываешь? Ну, тебе вот ты ограничиваешь себя уже, в этом вся и суть. Потому что Дазл тебе закрепит любого героя на лайне. Хай, Абиссал Блейд. Так, а Роджеру лучше убегать отсюда. Еще за Denial, Ябзар, Роджер. Там еще тотемчик есть, и там будет... Больше маны нет, больше маны нет. Ну, там можно кларетку отпить, но нет, наверное, не пробьет. Типа, это Роджер, Ябзар, говорит, ну, куда же ты бежишь, ты же меня все равно не убьешь. Ну, что ж ты, посмотрит на него Роджер. Но он на грани стоит. Это гранд-финал мейджора, пятая карта, ребята. Роджер бейтил здесь Ябзара. Not got the lane matchup that he wanted. Oh, down bottom, Roger. Ready to poke. Avalanche on Yapzor. Toss him back into the hex of Solo. Finger as well. Yapzor. He does get the stun. He's alive. Oh, he's still alive. The roll away, Yapzor. With the three-man border smash turnaround. Keeps himself alive. And they kill off Рамзес. Блять, я не знаю, может быть мне экран показать сделать, потому что ну пиздец, дофига раз так люди начинают ошибаться. Там будет специальное окошко. Завали ебало, пока я стримлю. Новый сезон.
победа сразу же на мейджоре, сразу же ВП тоже прекрасно понимают, они вот этой победой уже на интернешнале. Уже они могут сейчас продолжать играть сезон, по большему счету, в свое удовольствие. Рамзес у нас поднимает кубок. Браво, ВП. Я думал, Рамзес не достанет, ну, но... слушай, тут кубок небольшой, мы обсуждали с первого дня, что здесь вот Пупею даже как-то неудобно будет его держать, потому что слишком маленький. И Virtus.pro, вот они, наши герои с кубками на сцене Куала-Лумпура. Очки Роджера, вот эти, вот этот вот стайл сработал. Сегодня Арзик поднимает первый кубок, в принципе, в своей карьере тренерской. Классно сыграно. Вот они ВП. Радуется, да. Ну и давайте еще раз поддержим Virtus.pro. Слакс выходит на сцену. Ну, финал шикарный. Так, про команду расскажи. Вы выиграли мейджор. Про команду. Давай, давай. Что дальше? Next major. Next major. Next major. Рамзес, you got the hardest клевые усики, Рамзес. Самый тяжелый вопрос. Твой Террорблейд нереальный. Now, он мертвый. Все, его убьют. Кто следующий герой? He's the best. Yeah, I'm best. Соло подшутил. Да, Соло, по-моему, Соло понял вопрос, и Соло просто подшутил немножко. Да? Кому не сложно, пожалуйста, отключайте Adblock. Всем огромнейшее спасибо, кто отключает Adblock. Хотя бы на одну рекламку, от души душевно в душу. Прошу вас, блять, по-человечески. Мои ставки 10, минус 16, минус 10. И сейчас еще ВП проебывают, еще минус 20. Пожалуйста, бля, отключи Adblock, чел. Пожалуйста. Охуенно, парни, блядь, просто... Кто вместе со мной выиграл, блядь, Пятюня, блядь, кто тоже на ВП ставил и дохуя поднял. Даже если не дохуя, все, я открываю пивко, блядь. Еду бухать опять, я заебался бухать, еду бухать. Made my way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, to win a fair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling Rick, don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.